возможности, нам дали возможности, друзья, победа, импульс, нерв и ежедневные действия. Ежедневные действия объединяют тех людей, от которых захватывает дух. И это те качества человека, который сейчас будет на этой сцене. Это уже тренер тренеров. Это не просто тренер чемпионов. Его люди всегда на всех событиях, ведущие, в номинациях, они всегда на передовой. И сколько я раз был на событии, эти люди всегда поддерживают каждого члена своей команды, потому что это человек, который выйдет на эту сцену, он и вселил им победный дух, и всегда их видно на этой сцене, вы их еще услышите буквально сейчас, мы хотим под ваши бурные. Победа и успех, цель и попадание в цель, открытость и откровенность. Лицо бизнеса. Стиль. Бизнес-леди, топ-лидер компании, золотой мастер компании, Наталья Бандурина! Воронеж, Россия! Такое. Думаю, 16 лет, когда пройдет, не проходит. Внимание на экран. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky. The sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Которые могут на один раз дать вам больше сил подняться и все-таки перебороть любую ситуацию. Ну, а у меня сегодня очень ответственный интерактив. Я буду с вами общаться. Я вчера была просто покорена тем, что происходило на сцене, насколько смелые были те, кто выходил и боролся с самим собой, ничем не отличаясь вот от этой мышки настойчивой, которая выжила и еще, походу, краше стала, да? Такой бицепс, наверное, у нее прирос потом. И сегодня мы будем так работать, и прежде чем мне открыть тему, которая является одним из основных инструментов каждого сетевика. Знаете, бормашина к какой профессии имеет отношение? Стоматолог. Ну, как же. Ну, например, лопата. То есть по какому-то инструменту мы совершенно точно можем определить род деятельности. Так вот, в сетевом маркетинге рандеву – это инструмент, владея которым можно точно определить, какая у вас профессия. Рандеву – слово пришло из французских таких, видимо, источников, потому что французы достаточно серьезно повлияли на стиль и терминологию сетевую в нашей стране, ну и, думаю, в мировом пространстве. Так вот, рандеву – это встреча тет-а-тет.
Это встреча, когда у вас есть возможность сделать предложение, когда у вас есть возможность произвести впечатление, когда это ваш звездный, ну, час, хотелось бы красиво сказать, но это ваших звездных несколько минут. Но, зная то, как проходит все это обычно, зная свой собственный опыт и свои первые рандеву, это было похоже на внимание на экран. Гарик Харламов и Вадим Галыгин. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире аналитическая передача «К ответу». Сегодня у меня в гостях аналитик Вадим Вольфович, как раз в этой студии, чтобы объяснить те вещи, которые многие люди не понимают и у которых большие вопросы. Здравствуйте, Вадим Вольфович. Добрый вечер. Огромное количество вопросов к нам приходит. Скажите, пожалуйста, например, самый насущный, наверное, вопрос. Конец света. Ваше мнение, вот как аналитик. Когда, мы календарь мая и... Нет, мы не будем спички, консервы. Давай, лама, свет не будет, фотоны, фонарь включил. Кто? Никого. И когда ты сидишь и... Кто, алло? Ничего, и страшно. Но каждый человек, при всем, 28 год, когда мы не будем запускать, и... а потом вам пресса, и что? Никому, никогда, ничего не было нужно. КамАЗ. Да. Значит... 18 тысяч красный, желтый, яркий, маска. В руки берешь, а потом, алло, сейчас, что? Никому. Дети, маленькие. Мама, мама, мама. Вопрос... Мы не можем. Да. Это понятно. Да. Это понятно. Вот после первого нашего выпуска пришло еще больше писем с вопросами. С одной стороны, люди все поняли, с другой ничего не понимают. Человек. Дарвин, да. Он там идет туда. Ну, на самом деле, биологический факультет, да? Николай Степанович. Нет, ну не надо. Вот здесь мы... Ну, согласитесь, это не 36-й год. А когда вызывали, и мать стоит, плачет. Она плачет, а потом... А мы не знали. А мы не знали, потому что нужен министр. А что министр? Что он министр? Ничего. Согласен. Потому что китайцы... Так, да. Сколько? 800. Но оно, понимаете, оно не может развиваться постоянно. Это жидкость, понимаете? По любому пути идет только продолженный по регрессу. Марья Васильевна, помните когда? Вот эти все. Мы хотим. Кому? И ты понимаешь, что никому. Вот здесь я не совсем понял, если честно. Как бы вам это... Точнее, когда каждый россиянин, ведь маленькая, вот эта страна, которая как там пучи, да? Ну там храм такой же. А мы не такие. Нам надо, чтобы один, два, три, четыре. Картофель. Есть же, конечно. Вы-то понимаете. А иностранцы. Когда 28-й, 29-й, 30-й, автобусы не ходят, но... Когда... Человек, молдаванин, женщина, неважно. Нужно. А человеку только было, надо всего лишь один кампучия, да? 38-й год, а? Красавцы. Он говорит, нет, а мы не хотим. А мы не хотим, мы хотим, чтобы русский балет, чтобы он развивался. Эскорт, она приехала, да, пачка, все, оп, все. Русский балет. Последний вопрос, это самый главный. Вот нас спрашивают... К сожалению, да, у нас время не резиновое. А нужна ли вот аналитика вообще, в принципе, нужна? Потому что есть интернет... Нет, ну,
Извините. Так. Ведь вы как? Вы что? Я... Алло, вы можете, я могу? Я пришел. Как? Ну я... Нет, очки. Подожди. Нет, подождите вы. Просто говорю. Нет, почему? Это конец эфира, я понимаю, но... Лапа, нужна... Нет, вы знаете, мог бы сказать... Нет. 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 Нужна... Ну да. Нужна... Что? Нужна ли? Как? И вы будете мне говорить? Нужно. Конец. Если бы каждый... Вы не понимаете! Послушайте, что послушайте. Вы на меня повышаете? Это все не то! Вы повышаете меня! Пригласи, чтобы все вот так и ведро было! Ну послушайте, секунду! Зачем? Да я сам аналитик! Я единственный, кто понимает вашу хуйню! Аналитик! Один институт аналитиков. 82-й. Николай Степанович. Я не могу. Она жена красавица. Все. У нас закончился эфир. Жена привезла капусту. Пойдем. Только я понимаю ваше вот это предложение по бизнесу. Вот у меня и такое бывает ощущение иногда на встрече. Так вот, смех смехом, но смотря этот сюжет первый раз, вы знаете, мне это очень напомнило начинающих сетевиков, а, кстати, иногда не начинающих, но кто не освоил этот навык, не довел его до совершенства и не сделал этот инструмент эффективным для себя, это выглядит иногда долгие годы так. Проводя встречи с различными людьми, ну, знаете, когда-то и я такая была, но у меня были примеры моих наставников, которые рассказывали потрясающую личную историю. Задаю вопрос о том, что вы рассматриваете для себя деловые предложения, вы рассматриваете новые возможности. И здесь происходит тоже интересный момент. Нас ведут все время. Человек говорит «нет», и тут же через секунду «ну а что там у вас?». То есть странно, да, вы рассматриваете или что там, ну или нет. И здесь очень важно не повестись, не начать вот это перед ним миндальничать, но мы, я понимаю, что мы хотим подписать все, что видим. Но он каждым своим взглядом, он нас сканирует, знаете, насквозь. Вот каждая наша ужимка и прыжок, все читается человеком, который сидит напротив. То лучше всего повторить вопрос опять. Нет, так вы рассматриваете предложение? Вы возможности новые для себя рассматриваете. То есть нам принципиально все-таки важно получить ответ «да». И тогда уже можно знакомиться, рассказывать свою историю. Рассказывать свою историю через бизнес-призму, если у вас уже такой опыт есть. Если нет, значит, возможно, через призму вашего аплайна, потому что у них есть этот опыт бизнесовый. Их результаты, чеки, достижения. Хотя, знаете, кайфовый момент вспомнила. Буквально месяц проработав в сетевом маркетинге, я на рандеву к своим наставникам, к двум привела сетевичку, чью рекомендацию мне просто дали. Фамилия у нее была Небесная, как сегодня помню, но потому и запомнила. Она была в своей компании успешной тогда называли, но это много лет назад, она зарабатывала $500. Я про чек тогда не знала, но мне говорит, Небесная это, ну все. И я, живя в городе Кемерово, организовала эту встречу. И так я захватывающе рассказывала обо всем том, что меня вдохновляет. И, кстати, это был эксперимент. Спонсоры сказали, мы рандеву проводить не будем, мы будем смотреть, как ты это делаешь сама. То такие первые были. И она мне говорит, детка, а сколько ты зарабатываешь? Я говорю, в прошлом месяце я получила $25. Для меня это была гордость. Это было 5 подписанных человек, первое поколение по той компании. Она говорит, ну вот тогда, когда заработаешь 500, ко мне придешь. Помню свою гордость и радость встречи с ней через буквально месяц или два. Ну, через 4 было 1000, ну, значит, где-то 2-3 я там проработала. И мне хотелось достать свой чек и прям показать ее. Вот, такое было жгучее желание. Но факт то, что неважно, что сегодня ваш чек не составляет ту сумму, которая может впечатлить оппонента. Важно, чтобы вы оставили о себе неизгладимое, привлекательное впечатление. Он должен не забыть вас ни за что на свете, даже если не сегодня принял решение быть с вами. Вы остаться должны у него в памяти и в душе, но чем-то
стоящим, бизнес-ориентированным. А тут это хороший человек говорит, не профессия, к сожалению, да? Пошли с вами дальше. Когда мы рассказываем личную историю, очень часто происходит такая, как пошли про всю родню и древо свое, социальный вот этот род свой весь рассказывать, с предков, там, с Рюриков начиная. Ну, вы знаете, для вас ценны ваши родственники, ваши близкие, возможно, ваши предки. Это еще не факт, что интересно и ценно для этого человека. Поэтому в своей истории продать свои личные качества, которыми вы можете гордиться, это очень важно. Вчера об этом говорили, и можно говорить еще раз на эту тему. Гордиться каждому есть чем, если нет, то сегодня придумайте, начинайте развивать это качество, и буквально скоро будете этим гордиться. Но вы же понимаете, что, собственно, невозможного нет. Я вот, глядя на эти кадры, где альпинисты, лыжники, мне все время кажется, что у них ни родни, ни кошки даже нету, потому что им даже и не жалко никого. Но то, что человек это делает, ну мне вот правда кажется, вот на грани какой-то вообще необыкновенной фантастики, что так организм извиваться вообще в принципе может. Может. И для того, чтобы достигать своих целей в том деле, которым мы занимаемся, вы знаете, притворяйся до тех пор, пока не получится. Я когда-то это слышала и пыталась производить впечатление, но я потом стала таким человеком, каким я пыталась, ну, показать себя людям, и было понятно, над чем работать дальше. Как говорить, как разговаривать, как подавать, как все остальное. После личной истории у вас есть два пути. Либо вы делаете предложение, но тогда бизнес-концепция должна быть настолько же отточена, как и личная история, как концепция здоровья. Поднимите руку в зале, кто не может и не рассказывает сам концепцию здоровья, ну не умеет. Совсем немного у нас людей, но основная масса. А скажите, умели ли вы это делать на тот момент, когда вы только подписались, пришли в компанию? Нет. Вот концепция бизнеса, она точно такая же. Она такая же схематично выстроена. Но неумение рассказывать, вот знаете, прячемся на самом деле, то про глистов, то еще о чем-нибудь. Ведь заключение сделки через страхи самое легкое, самое простое. Но если мы с вами говорим, что мы работаем в сетевой компании, мы же сетевики, это профессия. Соответственно, ну, надо освоить бизнес-предложение в том числе, потому что только тогда придут люди, ориентированные на бизнес. Я, кстати, не один год ждала, что из потребительской структуры будут люди на бизнес, но у меня не случилось. Везение существует на планете, но у меня не случилось. Лично я точно не приходила когда-то к своим спонсорам в сетевую компанию на продукт. Я на 30 килограмм больше весила, абсолютно здоровым человеком себя считала. Я бы даже сказала, здоровенным, поэтому никакие пилюли мне не нужны были. Нормально у меня все там внутри было. Тема не сильно, а вот дополнительный доход, вы знаете, даже вчера ни из кого практически выманить не могли, кто денег хочет. Вот я стал директором, деньги совершенно не... Я стал серебряным директором. Слушайте, ну а как... Я не верю в это просто, меня даже сейчас они интересуют. И думаю, вот даже первые ряды, VIP, все пространства, вот Ирина Гея очень интересует, говорит. А на уровне директора, видно, еще ни к чему. Вот знаете, с песни слов не выкинешь, все равно я с этим сталкиваюсь. Это как в такой истории, француженка видит сон, идет она по набережной, сумерки, и с каждой минутой становится... Темнее, темнее, ну вот солнце закатилось, и слышит за ней такие топ-топ-топ-топ шаги. Ну она так, знаете, женщина миниатюрная, прибавила ходу, думает, ни к чему мне эти в темноте неприятности. И шаги за ней ускорились, топ-топ-топ-топ, она еще быстрее, шаги быстрее за ней. Она уже несется, вот, ну, что сила есть, и за ней вот этот топот шагов бегущих она слышит, она забегает в подъезд, бежит по подъезду эти шаги на последний этаж, все выше идти некуда. Встала к стене, к ней такой мужчина подходит. Она говорит, мужчина, что вы хотите от меня? Он говорит, не знаю, мэм, это ваш сон.
И здесь такая же история. Вы понимаете, можно уже стараться быть тем человеком, на кого вы хотите быть похожим. И у каждого в оплайне есть такие люди. Есть такие люди в топе компаний, на которых можно ориентироваться, как они одеты, как они себя ведут. Вот мы всегда говорим, я хочу попасть в окружение богатых людей. Но я, например, замечаю, как топ-лидеры нашей компании реагируют на разные ситуации. Наступили на ногу, зашли в аэропорт, топ-лидер зашел, когда уже нас 600 человек стоят на регистрацию. А я вот смотрю, знаете, я разные свои вот периоды помню. Тинейджерство и меня не обошло. Я бы вот уже, будучи, ну, наверное, тогда в 23-24, если бы я была топ-лидером, я бы пришла, сказала, вы знаете, я топ-лидер, мне сейчас уже надо оказаться в самом начале этой очереди. А я у наших топ-лидеров этого ни разу не заметила. И эти ужимки и прыжки, то есть всегда можно найти человека, на которого можно ориентироваться и равняться. Мне с этим очень повезло. У меня с потрясающим терпением, титаническим, но с целеустремленностью стрелы, с целеустремленностью, не хочется эту птицу вспоминать, с абсолютной целеустремленностью человек с целью, эта цель всегда фонит в любых разговорах, даже житейских и бытовых, и при этом ничего не выводит его из себя. Это золотой мастер компании Кирилл Серебряков. Я такими качествами не обладала, только у него могу этому учиться. Ну и... Ой, подождите, я все перепутала. Я просто после развода не считаю, не сразу понимаю, что у меня еще один спонсор появился. Сергей Бандурин. Ну это просто, знаете, это машина. Это человек, который с душой... Не очень явно, просто он ее показывает, но вы знаете, из традиционного бизнеса, из среды спорта, спорта 90-х, из среды бизнеса товар, деньги, товар, взаимозачеты и все остальное, прийти в такой интеллектуальный, светлый и достаточно, ну, феноменально человеческий бизнес, где ты не деньги и товар, а здесь все время люди. И Сергей показал, что любой человек может, а то как филигранно он научился проводить рандеву. Ну, в общем, кстати, все, что я умею, 90% это его заслуга. У меня был хороший пример для подражания. Серебряный мастер компании Сергей Бандурин. Ну и человек-навигатор, вы знаете, дай бог каждому и мне с годами стать настолько фокусным человеком. Там, где ваш фокус, там вы и творите. Я, походу, то фокус меняю, то вытворяю. У меня вот, кстати, не совпадение иногда бывает, но у меня в оплайне есть человек, который всегда следит на тех рельсах, на которых я изначально стояла, и всегда возвращает меня к моим мыслям о моей цели. Он их знает, и я ему безмерно благодарна за то, что его фокус всегда на месте, и, слава Богу, нам позволяет видеть, как это должно быть. Золотой мастер компании Алексей Луконин. Спасибо. Ну и вы знаете, конечно, из всех этих разговоров, что хотелось бы сказать. Осваивайте это дело, потому что всегда настанет момент, когда вы будете делать это самостоятельно. Когда уже после этой школы очень быстро появятся те люди, кому вы должны будете помогать проводить рандеву, показывать, как это должно быть, то есть служить эталоном этого процесса. Соответственно, хочется показать, ну, как я это делаю. Тут маленькая ремарка такая. Понятно, что к нам подпишутся те, кто купит нас, каждого, вот, кто сидит в этом зале, да? И я, конечно, слышала, особенно в прошлой своей компании, говорит, как вы вообще вот с этой вот работаете? Ну, ничего страшного, огромному количеству людей я нравлюсь на встречах, и большая структура – показатель этому. Так что я бы хотела пригласить мастера из своей структуры. У нее будет потрясающая драматическая роль. И мы постараемся показать вам, как это должно быть, как это проходит у нас каждый день. Вот Снежана, кстати, будет как центр, потому что, ну, она организует небольшое количество встреч уже не один год. И она точно знает, как я это делаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Снежана. Меня зовут Наталья, я вам звонила.
Мы с вами договорились о встрече. Еще по телефону я вам сказала, что у меня будет, возможно, у меня будет к вам предложение. Конечно, я хочу с вами познакомиться, чтобы чуть-чуть больше о вас знать. Ну и, собственно, если мы найдем общие точки соприкосновения, если мы найдем какие-то общие задачи, то я, конечно, расскажу вам о том деле, которым я занимаюсь последние 10 лет. Ну и будем уже тогда смотреть, что будет из этого пригодно нам для дальнейшей работы или сотрудничества, или дружбы. Хорошо. Скажите, Снежана, в какой сфере вы специалист? Ну, вообще, я домохозяйка. У меня двое детей, и ради их будущего я рассматриваю предложения какие-то новые. А сколько вашим детям лет? Ну, они взрослые, одной 24, другому 17. То есть вы достаточно долго были дома? Ну, да. И что сейчас вот наступило такое время, когда вы рассматриваете не именно бизнес-предложение, или вы хотите просто на работу устроиться, чем-то занять себя, какое-то хобби себе приобрести? Ну, работу я не сильно себе представляю, как-то на начальника работать. А так я бы что-то, может быть, для себя рассмотрела, какой-то бизнес возможно. Так-то опыт у меня имеется. А какой? Что вы умеете? Ну, скажем так, у меня был небольшой бизнес, я одно время занималась им, вот, так что опыт есть. То есть вы закончили им заниматься не потому, что он разорился, а у вас, наверное, появились дети? Нет, я закончила им заниматься, потому что, ну, решила, что я девочка, и я хочу быть немножечко дома. Бусики и шубку? Да, отдохнуть решила. А сейчас интересно. Я скучилась. Ну, хорошо, давайте тогда в двух словах я расскажу вам о себе, чтобы вам было понятно. Я родилась в городе Кемерово, это Сибирь, и вот всего лишь 12 лет последних я живу в Воронеже. И в Воронеже я оказалась по причине того, что я развивала свой бизнес. В общем-то, я еще до приезда в Воронеж закончила университет, я экономист по образованию. Ну, это, вы знаете, были те времена, когда экономистов, юристов готовили все вузы, их было очень много. Соответственно, ну, вот какую-то хорошую работу, которую я хотела, она меня не ждала. А то, что предлагали, ну, конечно, не по моим амбициям, хотелось большего, хотелось какую-то работу более яркую, творческую. И поэтому я познакомилась, мне кажется, вернее, тогда казалось, что случайно. Сегодня я понимаю, что, ну, видимо, я этого хотела. Я познакомилась с людьми, которые занимались очень интересным делом. Чуть позже я узнала, что это сетевой маркетинг. Ничем меня тогда это не напугало. Не знаю, как вы сейчас к этому относитесь, но меня тогда это не напугало, потому что я просто об этом ничего не знала. Но они мне рассказали, что существует дело, которое позволило им выйти на такие доходы, о которых тогда даже никто не слышал. Вы знаете, на их вопрос, сколько бы вы хотели зарабатывать, я сказала тогда, что $1000. Прошло 16 лет, ничего практически там не изменилось. Да, до сих пор, в общем-то, эта сумма, ну, волнует очень многих людей. Хотя, конечно, есть те, которые больше зарабатывают. Но они произносили цифры по 17, по 20 тысяч долларов. Конечно, это меня не могло оставить равнодушной. Но так как я была сильно молода, я, может быть, не считала, что я уже такая, ну, ловкая, как они, такая уже способная. Но была произнесена фраза, что вот женщина, которая зарабатывала 17 тысяч долларов, она сказала, раньше я была воспитательницей детского сада. И тут я поняла, что, в общем-то, если воспитательница детского сада может освоить какое-то дело, которое приводит ее к таким серьезным доходам, то я непременно научусь. И это вызвало мое любопытство, интерес, я стала больше интересоваться, знакомиться. И вот прошло какое-то количество лет, и на сегодняшний день я освоила этот бизнес как профессию, потому что люди, которые сделали мне предложение, стали для меня не просто теми, кто рассказал об этом, они стали моими наставниками. Они настоящие профессионалы, и их целая команда. Совокупность их опыта позволила мне быстро освоить эти навыки, профессию, видеть всегда, как это должно быть в идеале. Они всегда меня поддерживали. И, в общем-то, на сегодняшний день я успешный предприниматель, я имею бизнес во многих городах, у меня есть бизнес в нескольких странах, то есть это уже вид международного бизнеса. И, собственно говоря, за все эти годы я достаточно много раз думала о том, что хорошо, что я рассмотрела тогда для себя эту возможность. Что вы об этом думаете? Вы знаете, Наташа, я встречалась со многими сетевиками в своей жизни, и я, честно, никогда не рассматривала сетевой маркетинг. Но сейчас, послушав вас, что-то, вот, знаете, зацепило.
Вот так достойно об этом мне впервые рассказали. Я вам могу сказать одно, что сегодня ночью я точно спать не буду, и я посмотрю информацию, вот, пересплю с ней, и завтра мы с вами встретимся, возможно, и вы мне расскажете более подробно. Ну и хорошо, потому что именно с таких мыслей и эмоций когда-то начался мой путь, мой интерес к этому бизнесу, к этой индустрии. И вы знаете, вам повезло, я могу организовать вам встречу с человеком, который позволил мне стать настолько профессиональной. Я, конечно, могу вам все сама рассказать, я могу вас знакомить и буду вам потихоньку знакомить вас со всеми этими нюансами, но я могу познакомить вас с человеком, который практически как в кузнице выращивает профессионалов, специалистов. У него огромный бизнес, у него достаточно серьезная география, он умеет научить, как расширять региональную работу, как создать большой, серьезный, красивый бизнес. Это было бы очень интересно и, я думаю, полезно. У меня только к вам один вопрос. Вы сможете прийти на эту встречу завтра? По времени мы с вами договоримся. Ну, конечно, я же сказала, что я свободная. Идеальный пришел человек на встречу. Спасибо, Снежана. Я думала, будет более конкретно. Вы знаете, есть варианты. На самом деле есть импровизации, но на тот скелет, о котором мы говорили, это личная история, то, что нам давалось вчера. И лучше один раз психануть и освоить, чем все время нелепо выглядеть и подбирать слова. Да? Освоить промоушен спонсору, любому из вашего оплайна, тому, кто ближе всех, кто рядом, с кем вы работаете в паре. И освоить, конечно, бизнес-концепцию. На сегодняшний момент мы очень все вместе ждем тех новостей, которые грядут в компании. Мы ждем перемен, мы в предвкушении. Но вы знаете, когда на старте спортсмену уже махнули флажком, а он еще не обулся, может, конечно, он и обуется, но он же уже опоздает. Поэтому осваивать простые навыки, с которыми мы все равно будем сталкиваться каждый день, которые мы должны обучить каждого из своих партнеров, кто пойдет за нами. Лучше к моменту, когда флажок будет поднят, и как на гонках, на ралли, знаете, они так красиво ими машут, чтобы мы были с вами готовы, обучены, и все это повлечет за собой рост вашей самооценки. Сетевик с высокой самооценкой – это торпеда, которую невозможно остановить. Это человек, которым гордится вся его семья, человек, чьей профессией гордятся его дети, мама, папа, близкие, все эти люди будут пользоваться теми плодами ваших успехов, ваших достижений, вашим потрясным настроением, которое дает хороший чек, большая команда, новые города, страны, регионы. Я всего этого вам желаю, обожаю такие школы и вас с праздником. Спасибо. Yeah.